Доброе утро. На сегодняшний день в Якутии федеральный материнский капитал получили более 70 тысяч граждан. С 2018 по программе материнского капитала произошли ряд существенных изменений. Какие изменения коснутся выплаты, какой будет сумма индексации маткапитала, интересовалась наша коллега Наталья Колесова. Материнский капитал – это огромная помощь всем российским семьям. Сегодня его сумма составляет 453 тысячи рублей. В 2018 году в программе маткапитала произошли ряд изменений. Во-первых, она продлена еще на 3 года. Во-вторых, маткапитал можно использовать до достижения ребенком 3 лет. В-третьих, можно получить ежемесячную выплату из средств маткапитала наличными. Ранее мы выплачивали за счет средств материнского капитала выплаты, да, но там были единовременные выплаты. А теперь мы будем выплачивать ежемесячно. Кто претендует на эту выплату, да, это семьи, у которых родился 2-й ребенок, начиная с 2018 года, с 1 января. Какой размер будет выплат, да? 17 023 рубля. Это размер прожиточный минимум на ребенка, установленный на 2-м квартале 2017 года. Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых 2-й ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. В Якутии первыми на получение ежемесячных выплат из средств маткапитала подала семья из Амгинского района. Что для этого нужно? Какие документы? Да? Получается, паспорт Российской Федерации? Загранпаспорт это может быть, также свидетельство о рождении ребенка, свидетельство об усыновлении ребенка, справка о доходах, 2 НДФЛ, 3 НДФЛ это может быть, также это может быть с образовательного учреждения, справка, если родители являются студентами и получают стипендию, получается, да? Угу. И, наконец, СНИЛС, заявитель обязательно, и реквизиты счета. В последнее время участились случаи незаконного использования средств маткапитала. В ведомстве отметили, что его обналичивание категорически запрещено. Да, в прошлом году зафиксировано ряд случаев с обналичиванием средств материнского капитала. Я хотел бы предупредить мамочек и владельцев сертификатов, да, не вступать в вот сомнительные сделки, да. Эти средства федерального бюджета нам приходят, поэтому контроль за ними очень строгий. В этом году сумма материнского капитала увеличена не будет. Индексацию уже планируют в 2020 году.